Представители регионального филиала партии «Аманат» встретились с жителями Муналинского района. На выездном заседании была представлена предвыборная программа. Депутаты областного маслихата провели общественную приемную, где ответили на вопросы сельчан. В мероприятии приняли участие также руководители управлений по социальным сферам, таким как защита труда и здравоохранение. Жители районов задали ряд вопросов, в том числе по реализации программы «С дипломом в село», по работе детских садов, а также по получению адресной социальной помощи. В основном поднимались вопросы, связанные со сферой образования. Мы проводим выездное заседание в Муналинском районе, поскольку Муналинский район в нашей области является одним из наиболее активно развивающихся районов. На сегодняшний день численность населения превышает 180 тысяч человек. Конечно, помимо достижений, есть и множество нерешенных проблем. Ознакомившись с социальными вопросами и проводимой работой совместно с жителями, будем контролировать процесс реализации предвыборной программы.